Привет, дорогие друзья! У нас новый влог. И мы с вами отправляемся в магазин, как обычно. Прогуляться, выпить кофе, купить что-то вкусненькое. У нас цветы цветут. В этом сезоне буду покупать пионы и наслаждаться. Цветочки, смотрите, какие клевые. Нежненькие-нежненькие. Ну, смотри. Я купил себе маленькие тюбики для путешествий. Не знаю, пригодятся они мне или не пригодятся. Каждый год я покупаю пластмассовые маленькие флянчики для кремов, от загара, для загара, шампуни, шмампуни. Я в этот раз вообще хочу поехать и совершенно ничего не брать. У меня теперь новый фетиш, у меня новый фетиш, теперь стирка. Я теперь стираю все подряд. Что-то хочется. Знаете, бывает такое, что-то хочется, а не знаешь, что хочется. Говна налопать. Я проснулся, мой день сегодня будет таков. Поделаю, поработаю в саду. И хочу с вами распаковать посылочку. Мне прислала посылку подруга. Так получается, я монтирую на маке. Блин, может как кружится. Не проснулся еще. Монтирую на маке. И Mac, чтобы память не засирать, я подглядел у западных блогеров, они таскают с собой какой-то жесткий диск. Я думаю, чего они жесткий диск с собой носят? А на самом деле, вы когда там в программе можно настроить, что весь процесс тяжелый, будет проходить, загружаться, засираться там же вечно, архив за архив, копии не копии. Я подумал, что в DNS купил на 2 терабайта за 5, и мне очень нравится, он с какой-то прорезиненной штучкой, я вам сейчас покажу его. Это такой жесткий диск, так что я теперь данные буду хранить в нем, монтировать. И мне чем удобна эта тема, что видите, прорезиненный, рили прорезиненный. То есть я его, это, нифига он у меня не, по идее он у меня не должен раздолбаться. Кися, давай, помогай мне. Ой, мои люди, я тебя так люблю, я ж тебя так люблю. Что за собака блеванула, стирать надо. Клей или такой харчок? Харчок, наверное. Я ставил оценки там, допустим, этому кафе я поставлю 2, этому 3. И сейчас я у собаки жопа грязная. Кто у меня сериальчик? У кого срака грязная? Подождите, расскажу вам. Жопу помоем. Ты что, накекала где-то мне? А что жопу не помыла? Сегодня, ну, вот такие вот девочки, у меня видео было окей, понимаете? То собака нас срет, то соплюшку найду, то жопу помыть надо, мой. Давай, сраку. Что такое? Что это за безобразие? Что ты об траву могла бы вытереть ее? Продолжаю. И я ставил всяким заведениям оценки, там 2-3, потом мог сказать, ой, это невкусно. Это невкусно, но на самом деле это моя большая-большая ошибка. Слушайте, почему? И вообще, мне кажется, еде нельзя ставить оценки, это еда. Это еда, и у нас она есть, а у кого-то, представьте, даже этого нет. Я всему говорю спасибо, даже если мне что-то не понравилось, но спасибо за еду, за все. И в ответ получаю, принимаю еще большую благодарность. Ой. Что такое хорошее? Мы команда в банданах. Иди, иди. Жопа мокрая. Иди, погуляй, побегай, бабочек полови. Прислали подарки. Нас видишь, как любят. О май гад. Смотри, какая красота. Конфетки. Почти. Вишня. Вот это моя тема. И конфетки. Давай конфетки сначала. Ой, красота. Ферреро Роше. Классно. Надо тете отложить. Да что-то одним девочкам, что-то другим девочкам разделю. Красота. Ой, боже мой, сейчас как развешу. Хочу посаду развесить. Смотри, какая красота. Ой, ты господи, какая красота. Ой, мама, место-то лечи. Ай. Да? Сад надо куда-нибудь одно прям повесить. Я буду издалека слышать вот это брунканье.
Красота. Ничего не делаю. Мозги вообще не загружаю. Кайфую, набирайся. Огонь. Кошку кормил кормом. Корм такой ароматный. Прям рагу пахнет, прям сам бы ел. Вот так надо. Открыть тарелочку, видишь, что ничего нельзя. О, красота. Обедение, да? Обедение. Давай. Дружба, мир, дружба, жвачка. Вот еще смотри. Во. Кися, ешь. Вон, видишь, какая вкуснятина. У меня есть два кактуса. Их надо пересадить, а то они у меня уже бедненькие. Они вон у меня в таком маленьком горшочке. У них такая корневая. А как приподнять? Блин, надо было перчатку взять какую-нибудь. Ож. Вот так, ож. А! Ух!